Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем проходить новую крутую карту, где у нас будут отказывать тормоза на машине, мы будем прыгать с обрыва и пытаться выжить в машине без тормозов и попытаться никого не задавить. Поэтому, ребята, я буду очень... В глаза смотрите, честные глаза, ребята, я буду очень сильно рад, если вы влепите большущий палец вверх. Вот такой, только в два раза больше, ребята, вот такой. Потому что каждый ваш лайк для меня очень важен, это большая для меня, ребята, поддержка. Вы себе не представляете, как я хочу записывать видео для вас, чем можно больше, если вы поставите лайк, ребята, потому что это действительно для меня важно. Если мы с вами сможем брать 2500 лайков на вот этой серии за сегодня, то я вам обещаю то, что завтра выйдет следующая серия с прохождением новой карты. Вы ведь этого хотите, ребята, чтобы видео выходило каждый день. Ребята, это зависит только от вас, поэтому не поленитесь, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Ты мой друг, вот ты, да, чувак. Также можете поделиться этим видео со своими друзьями, сделать репост ВКонтакте, я также буду этому очень сильно рад. Да, ребята, а сейчас мы будем приступать. И как вы видите, у нас тут написано, чтобы игра началась, нам нужно встать сюда, поэтому мы сразу же сюда и станем. Загружается редстоун. Добро пожаловать в карту. Посмотри налево и направо для того, чтобы двигаться, да? То есть объезжай камень, воду, лаву, деревья, вот эти, не знаю, что там было? Машины вот эти с носатыми, что там еще было? И поезда, да. Поэтому, ребята, нажми на старт в чате, чтобы начать. И да, ребята, мы будем начинать. Что я хотел сказать, ребята, в эту субботу в 3 часа по Москве и Украине у меня тут на Ютубе, на этом канале будет стрим. Поэтому, ребята, приходите, мы с вами будем развлекаться. На моем сервере будет раздача админок и много другое. Поэтому, ребята, я вас буду ждать. А сейчас мы начинаем. И как видите, у нас действительно отказали тормоза, и нам нужно объезжать вот это все, что... Ух ты! Сейчас... Нифига себе, какая тут чувствительность! Поезд мне задницу раздавил! Что-то в этом роде. Чувствительность тут офигеть какая. То есть я смотрю... Вот, ребята, я двигаю только 1 миллиметр мышкой. Вот 1 миллиметр. И у меня уже вот так поворачивает. Это, если честно, не очень удобно. Это реально поезд был. Это, если честно, не очень удобно. То есть нормальная чувствительность — это тогда, когда ты поворачиваешь чуть-чуть вот туда, в ту сторону смотришь, да, и туда... И только тогда поворачивает. А если ты один сантиметр, да какой сантиметр? Полмиллиметра, я смотрю вправо, и оно уже так поворачивает, как будто, не знаю, не только тормоза отказали, не работают. А еще можно сказать то, что и управление самой машины не работает. Так, объехали поезд, но сбили дуб нафиг. А что лучше? Чтобы нас убил поезд или чтобы мы на машине врезались в дуб? Вот, ребята, я не знаю. Выберите, что вам кажется не так-то, не так болезненным. Чтобы тебя поезд раздавил или чтобы мы врезали... Я опять вот сейчас проехал как-то поезд. Вот тогда он меня задавил, когда я был в самом конце. А сейчас я посередине этого всего проехал, и он меня не задавил, не раздавил. Нужно еще угадать время, значит. Так, на машине нету тормозов, мать твою, да побьеть ты уже этот дуб конченый, а? Приземлился на дерево, да твою нафиг. Так, это одна из тех карт, где у вас так будет пукан ваш разрывать, то что прям, не знаю, бегите за огнетушителем. Поэтому, ребята, если я к 30-й смерти уже буду тут орать на всю серию, так, мост! Я потерял управление, я вроде врезался в дерево, но как-то не врезался в дерево. Потом вроде врезался еще в одно дерево, но как-то не врезался еще одно дерево. Потом я вообще растерялся и врезался в что угодно. Так, сосредоточимся, ребята. У меня права есть в реальной жизни, я сдал на права. Но это же Майнкрафт, какая нахрен реальная жизнь тут... Тут же все намного тяжелее. В реальной жизни можно там поводить. Да, конечно, осторожно и так. Но это же Майнкрафт, нафиг. Это же Майнкрафт. В реальной жизни машина так не заворачивает. То, что ты смотришь влево, и она поворачивает. Смотришь вправо, она разворачивает. Как он меня сбивает? Поезд, ты вообще по расписанию ходишь. Один раз он там появляется. Другой раз он там появляется. А когда я должен знать, где он появится? Я даже не могу смотреть по сторонам, потому что управление тут, когда ты смотришь по сторонам.
Это были лаги. Вы видели, ребята? Это у меня золото. Я не вру. Я вас никогда не обманываю. Это были лаги. Честно, у меня прям залагало. Как фиг его знает что. Пожалуйста. Что это падает? Почему это все... Так, поезд. Я вижу, слышу. Надеюсь, он меня не... Ты меня опять сбил. Ты меня опять сбил. Я уже начинаю ненавидеть поезда нафиг. Поезд мой любименький, ребята. Кто любит поезд? Кто тут вообще любит поезд? Кто хотя бы раз на нем куда-то путешествовал, ездил, ребята? Я ездил, но очень давно. Да иди ты нахрен, а! Опять. Так, поезд, пожалуйста. Пожалуйста. В ту сторону нету смысла идти, потому что он... Он только там стартует. Да... Что это было? Я через стены проехал, пролетел. Вот иногда не понимаешь. Иногда ты только пальчиком там затрагиваешься за стену, и ты умираешь. Иногда ты прям въезжаешь в стену, но как-то сквозь нее проезжаешь. Так, тихо. Уи! Очередной раз. Так, я хочу попробовать доехать хотя бы до того моста опять. Если я... туда, в ту сторону, мать твою! Я хочу еще раз доехать до того моста. Потому что эта карта такая, то что, ну, вряд ли ты сможешь пройти с первого раза. И как видите, я уже 17 раз умер. И мне кажется, я еще где-то 217 раз умру, прежде того, ну, то есть... Перед тем, как закончу эту карту. Поезд, ты там вообще нафиг не вовремя затусовался, а? Вообще не вовремя. И мне кажется, если я хотя бы еще раз доеду до того моста, если я его даже смогу проехать, как я проехал его, то я прям чемпион нафиг света. Чемпион добра. Так, идем. Да! Так, я тут еще не был. Я тут еще не был. Куда мне? Что это такое? Куда? Чё там такое? Ладно, это наш рекорд. Мне просто интересно. Нет, не. О, давай. Давай, да. Я могу даже так управлять, ребята, смотрите. Да. То есть у нас есть, ребята, пару секунд, чтобы туда добраться. Или нет? Чё за... Вагонетка, ты... Гейммод 3. Все, не убьешь ты меня больше. Не убьешь ты меня больше. Ребята, что нам нужно проехать? Тут мы проезжаем. Ах ты же. А, вот кто меня взбил. Так, сейчас. Я бы включил гейм. Так. Да, даже сейчас я как-то умер. Ладно, ребята, ладно. Так, что у нас там есть? Носатый, которого я бы задавил нафиг, но я летаю в гейммоде. Я летаю в гейммоде, поэтому не могу, потому что если я включу... Я даже в наблюдательном моде летаю, а не в гейммоде. Вот этот мост мы как-то проехали, да? Там даже у нас шахта есть, нифиг. Давай, иди ты в жопу на... Так, ладно. Как меня эта нахрен вагонетка бесит, а? Да иди ты нахрен, а! Так, я, походу, даже не смогу карту посмотреть. Мне так кажется. Я даже не смогу... Да иди ты нахрен, а. Да иди там! Охренеть, как меня эта карта заколебала, мать ее! Так, ребята, что у нас там есть? Я как-то перестановил карту и надеюсь, что я хотя бы сейчас что-то смогу посмотреть. Да дай мне нафиг посмотреть. Ах ты ж вонючая карта, дай мне посмотреть, что там творится вообще за вот... Нет, это троллинг. Я даже в гейм... Не то, что в гейм-моде, я даже в наблюдательном... Как он меня вообще в наблюдательном режиме убивает? Читер! Читер, создатель этой карты! Я даже... Вот смотрите, я стою на месте. Если я пойду вперед, он меня убивает. Натяни воздушный шарик себе. И ты понял, да? Воздушным шариком натяни. Ну ты понял. Так, ладно, ребята, я буду очень сильно рад, если вы влепите большущий палец на вот эту серию. Да, потому что если мы с вами сможем набрать 1500 лайков на вот этой серии, то я, ребята, скушаю мороженку в вашу честь за ваше здоровье. Да, ребята, потому что каждый победитель для меня как друг, ребята. Давайте наберем 1500 лайков. Это не так-то сложно. Это секунда. Вот подумайте, да вы писать в туалет даже ходите, и то намного больше времени это занимает. Ребята, просто секунду. Клац!
пиндёте большущий палец вверх. И все, ребят, я буду этому очень сильно рад. Каждый подписчик для меня как друг, подписывайтесь на мой канал. И также рассказывайте про это видео своим друзьям. Репостите это видео ВКонтакте. Скидывайте себе на стенку, ребята, все что угодно. Я буду вам очень сильно за это благодарен. Ребята, приходите на мой канал завтра, потому что видео выходит каждый день. Я каждый день вас жду. Тебя. Вот, слушай. Слушай. Я каждый день тебя жду. Поэтому приходи каждый день на мой канал. Действительно, я всех, ребята, вас жду. Это правда. Это правда. Поэтому, ребята, еще раз большое спасибо за просмотр. Не хвореть, не болеть. Да. Да. Всем удачи и всем пока.